У столиці готуються до свята Покрови Божої Матері. У зв'язку з цим, а також з інформацією про можливі провокації у Києво-Печерській лаві, її намісник закликав провокаторів схаменутися. Митрополит Павло зазначив, що лавру захищатимуть правоохоронці, тож українські віряни можуть бути спокійними та долучатися до святкового молебну. Він розпочнеться завтра о 8-й ранку. Поздравляю с великим радостным праздником Покрова Божьей Матери. Завтрашний день мы, как обычно, сегодня все ночные, начинаем с утра, с 6 часов, в каждом храме своем литургия. Молились и будем молиться о богохранимой стране нашей. Будем молиться о народе. А сегодня особенностью мы молимся, чтобы Господь послал мир нашей стране и нашему народу. Поэтому на протяжении дня у нас будет очень много людей съезжается, будут и службы безопасности, наша полиция, потому что, вы знаете, я написал ко всем письма, потому что сегодня уже сообщили, что с Волыни два автобуса едут, людей неблагоразумных. А Бог мира, Бог любви и милосердия, да будет со всеми нами и вами.